1990-х годах люди начали беспокоиться, как новое изобретение интернет затронет их конфиденциальность. Породили движение по борьбе с ним, движение шифропанков. Мы верим в личную конфиденциальность для всех. Их недоверие к правительствам и корпорациям попало в заголовки. И по мере того, как открытый исходный код и обмен файлами стали мейнстримом, шифропанки искали одноранговую сеть не для музыки или фильмов, а для денег. Я создала целое движение и сообщество людей, которые решили посвятить свою жизнь работе над этой технологией, чтобы попытаться создать технологию, сохраняющую конфиденциальность и безопасность информации. И криптовалютное движение пошло прямо из этого. Целью была разработка безопасной и необратимой платежной системы, в которой бы не участвовали централизованные банки, корпорации или правительства. Проблема конфиденциальности присуща финансовой системе. Если вы используете финансовое приложение, то вам придется подтвердить вашу личность. Если вы хотите оперировать полностью конфиденциально, чтобы никто не знал, кто вы, то в большинстве частей мира вы так уже сделать не сможете. Если вы делаете транзакции онлайн, это невозможно. И это является большой частью мотивации использовать криптовалюту, так как люди хотят без требующихся разрешений. В 2008-м появилось письмо от анонимного пользователя или пользователей, которые называли себя Сатоши Накамото, в котором, похоже, содержалось решение этой проблемы. Сатоши Накамото создал первую в мире криптовалюту — цифровую форму денег — биткоин. Проект был запущен. И, несмотря на безумные скачки, стоимость биткоина росла, как и сама индустрия. Сейчас существуют десятки тысяч криптовалют. Людям в теме нравится называть это без разрешения. Вам не нужна круглая печать регулятора, чтобы создать свою валюту. Поездка была безумной. На начало 2020-го капитализация крипторынка достигла 220 миллиардов долларов. А к концу 2021 года она раздулась до 3 триллионов долларов. Перед тем, как упасть до 828 миллиардов к 2023 году. Эта инвестиция волатильна. Так чем крипто так привлекательно? Частичный ответ в самой технологии, на которой крипто построено. Блокчейн. Если вы хотите создать криптовалюту, вам нужен какой-то способ по обеспечению того, чтобы никто вас не обманывал. И вот почему криптовалюта использует то, что называется блокчейн. Блокчейн — это децентрализованная цифровая бухгалтерская книга. Его ключевая и очень интересная вещь — то, что называется алгоритмом консенсуса. То есть способы, которым различные участники поддерживают блокчейн, соглашаются о том, что является истиной. Большинство пользователей проверяют транзакции каждого на блокчейне. И у всех есть экономический стимул поддерживать в сети честность, поэтому каждый действует добросовестно, так как это в общих интересах. И это значит, что люди могут обойти централизованные системы, такие как банки и правительства. Кто-то назовет это революцией. А чтобы узнать больше, как работает блокчейн, следите за нашим каналом. Конечно, это имеет множество политических последствий. Если вы можете делать онлайн-транзакции, не боясь вмешательства правительств, то, конечно же, вы уменьшаете власть правительства за тем, чтобы следить за экономикой и контролировать жизни людей. И я думаю, что для многих это видение является очень сильным. Но сейчас многие опасаются, что революция шифропанков находится под угрозой. Определенно сейчас в криптовалютном сообществе происходит множество размышлений. Многие думают о том, какие варианты использования будут способствовать внедрению, и где это действительно окажет наибольшее влияние. И ответ может находиться далеко от финансовых центров богатого мира. Нигерия является вторым по величине пользователем криптовалюты в мире. Мексиканская криптобиржа Bitso стала первым волшебным единорогом в Латинской Америке. Цена биткоина достигла нового рекордного уровня в Аргентине. Африка, Латинская Америка и часть Азии – все наблюдают значительный скачок активности в крипто за последние годы. Их истории могут дать нам представление о будущем крипто. Использование крипто стремится все больше в те места, где альтернативы являются худшими. Так что, например, если мы с вами посмотрим на такую часть мира, как Аргентина, с ее гиперинфляцией, и не имеет высокого показателя чего-то дешевого и удобного для транзакций с людьми, то в этом случае крипто и конкретно стейблкоин используются чаще. При этом другая часть мира может не видеть крипто таким полезным.